Ах, Николя, Николя, зачем ты покинул меня? Очень черные, очень страшные, очень грустные.
чудесные и прекрасные. Как посмотришь на иное поэтическое создание? Кисия, эфир, полубогиня. А заглянешь в душу — обыкновеннейший крокодил. Крокодил? Крокодил. Крокодил? Крокодил. Крокодил? Крокодил! Ни копейки не получите и извольте оставить меня в покое! Сударыня, не делайте мне сцен! Я этого не люблю! Да вы не отёсанный муж! Что? Медведь! Что? Бурбон! Что? Монстр! Что вы сказали? Монстр? Да! Какое право! Вы имеете меня оскорблять? Что же вы думаете, что я вас боюсь? Ну? Медведь! Довольно! К барьеру! Что? Да-да! Пора отречься к предрассудкам, что только мужчины должны отвечать за оскорбления. Равноправность? Так, равноправность. К барьеру. Стреляться хотите, да? Извольте, после мужа остались пистолеты. С каким наслаждением я влеплю пулю в этот ваш медный лоб! Черт вас возьми! Подстрелю, как цыпленка! Как я звал, а? Ну, какова женщина, а? С каким, говорит, наслаждением я влеплю пулю в ваш медный лоб! Глазки горят, огонь раскраснелась! Даже убивать жалко, а? К барьеру! Удивительная женщина! Здесь стреляться неудобно, я уверен. К барьеру! Все просто! Должен вас предупредить, что я намерен стрелять только в воздух. Сударь, мне смешно эту сцену наблюдать. Отчего теперь не хотите стрелять? Да стреляй! Поехали!
только извиниться.